белые платья и строгие костюмы. На нарядных малышей не могут наглядеться их воспитатели, а зрители улыбаются, а некоторые не могут сдержать чувств. В доме ребенка малютка сегодня новогодний утренник. В гости пришел глава советского района Владимир Сафронов, депутаты городской думы и райсовета, сотрудники полиции и прокуратуры. Не имеет значения, глава ты администрации, или ты депутат, или ты сотрудник прокуратуры. Это просто по-человечески приехать и поздравить наших детишек, вот, которые в таких вот домах воспитываются. Мы эту встречу проводим традиционно, приезжаем сюда. И уж тем более в преддверии Нового года, это новогодние сказки. В подарок малышам гости принесли целую гору подарков. Игрушечные самосвалы и тракторы, набор детской посуды и украшения для девочек, мягкие игрушки и коляски для кукол. И, конечно, символ грядущего года на удачу. А тебе что понравилось больше всего? Андрюш, нет машинки. Люблю. Радостные улыбки этих детей способны растопить, наверное, сердце любого взрослого. В силу своей профессии наша непосредственная работа состоит как раз в общении с неблагополучными семьями, с детьми, такими, которые находятся в социально опасном положении. И, соответственно, мы немножко видим это с другой стороны, более с негативной, а здесь, конечно, очень отрадно и приятно видеть в праздничной атмосфере. На прощание подарили большой торт и пообещали вернуться сюда еще не раз. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.